Мариуполь находится в желтой зоне, а это значит, все развлекательные заведения должны закрыться ровно в 23:00. Мы сейчас находимся на Приморском бульваре. Это место, где сконцентрировано количество ночных заведений Мариуполя. И на часах ровно 11 вечера. О чем можно говорить, если мы слышим громкую музыку, мы видим огромное количество автомобилей, которые припаркованы на Приморском бульваре. Все они приехали в ночное заведение «Культ». В обычном режиме оно работает до 4 утра, сейчас 23:01, и оно продолжает работать. Давайте подойдем поближе, посмотрим, что там происходит. И видим, что заведение работает, что несмотря на все ограничения, здесь кипит ночная жизнь. Внутри множество людей. Рядом с культом находится еще одно заведение, оно называется «Обана». Оно тоже работает после 11 вечера. Давайте вот посмотрим поближе. Сейчас, кстати, на часах, вот если вы 23:11. И мы видим, вот если посмотрим в окна, там танцуют, веселятся и все работает. Так что никакой желтой зоны, друзья. У нас полным ходом идет ночное веселье. Это бар «Борис». И мы сейчас подойдем поближе, конечно, но вот на входе можно наблюдать множество людей, которые гуляют, отдыхают. Все веселье проходит внутри, но мы видим, что люди выходят, заходят. И, собственно, громкая музыка звучит. Эти заведения работают? Да. Как там внутри, маски одевают или нет? Маски нет, но там сейчас отлично. Настроение, много людей, музыка. Да, настроение отличное, людей тоже много и музыка тоже классная. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а вы работаете завтра? Да, работаю. А есть возможность вообще столик заказать? И до скольки вы работаете? Вот говорят, что просто до 11, так ли это или позже? Мы работаем в штатном режиме до 4 утра. Скажите, а нужны ли какие-то маски с собой? Что? Ну, в масках нужно быть или можно просто отдыхать без масок? Как вам нравится? Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, это Барбарис, правильно? Да, 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 Барбарис. А вы работаете вот завтра, можно на караоке прийти? Да, конечно, можно. Какое количество планируете? 4 человека. А подскажите, а вот тут правила такие, что до 11, или все-таки вы работаете, как обычно, до утра? Ну. Мы работаем в том режиме, в котором мы работали до 5 утра. Угу. А нужно маски с собой иметь? Я просто... Нет, можно без масочек.